Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. Давайте же сразу пройдем. Пойдем, попытаемся. Новые какие-то. Ай, это что такое? Ага. Ну, что-то такое, да. На. На. Казнить! Бам! И тебе, на, отлично. Так, как можно, ребята, быстрее? Быстрее нужно проходить эти миссии, чтобы не затягивать очень долго. Как можно быстрее? Миссий просто действительно очень много. И... Чё-то он спавнит там. На тебе. На тебе. Отлично, этих мы убили. Give it to me. Ух ты, куча там всего что-то было. Ух ты, это это бочки как это называется? Ну, короче, бочки с этим всем. Они вот так выпрыскивают, и ты можешь это подбирать. Охренеть. Так, и давайте-ка быстренько. Ух ты, это что такое? Это яд, что-то, ладно. Сейчас мы сюда пойдем. Poison steam. Might wanna stay close. Так, тут больше. А действительно, ну давайте. Точно, вот это офигенно, что мы выучили вот это умение. Теперь вот это. Вот эта хрень. Сейчас, секундочку. He must have meant termination. Or the elite will be scared. Давай. Радиатор. Вот эта хрень, ребята. Как она там называется? Что я хотел сказать? Вот это умение, которое мы выучили, то есть что когда ты вот это используешь, говори ты уже. Вот когда вот ты сейчас уклоняешься вот этим. И сейчас мы выучили умение, что когда ты, например, натыкаешься даже на те же ящики или на каких-то врагов, то даже вот это уклонение, когда вот ты так делаешь, ну, когда ты в что-то врезаешься, вот, например, вот смотрите, то даже оно разрушает и наносит, ну, как бы разрушает. И, в принципе, это уже отлично, когда видишь ящики, то не нужно вот это использовать, чтобы их разрушить, а просто-напросто в их сторону вот так пойти, да, и все, и забрать их. Вот. Это намного легче, мне так кажется. А, вот этот... Так. Чекпоинт. Ух ты, ну опять вас тут... И на тебе. Казнить? Бам. А как мы их разрушим? Ну, в принципе, так же, как и всегда. Казнить? Бам. Так, быстренько вот сюда опять. Так, отлично, разрушили. Разрушили. Ты иди туда. Сейчас мы это все пособираем.
И сейчас... Ух, давай... Вы... Тут еще кто-то есть. Казнить! Бам! Фу, ну чё, давайте дальше. Да сколько вас тут? Poison, ну давай, давай, давай. Давай, наконец-то. Давай. Все, отлично, всех убили. Так, ну что, давайте дальше пойдем. Опять вас тут куча. Ух ты, зато нормально так урона вот это наносит. Вот эти три хрени. Ну не хрени, вот это. Ну, как бы другая. Три атаки пустили, троих убили. Так, всех поубивали. Сейчас. Сейчас. While our people suffered. Mean. Так. Сейчас. Ага. Сейчас нам сюда. Ну чё, давайте. Сейчас. There. Hit that wheel and the water goes back. Опять обороты вот этого колеса. Казнить! Давай. Baby kids. На. Давай, давай, давай. You must strike them a mighty smiting. Just a few more times and we'll sing your praises. Accept me. Давай, 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 давай. Казнить? Казнить? Бам! Еще один раз. И еще давайте вот этих добьем. Ну, сколько вас там? Еще вот этого. Все, нет, еще вот это. Все. Нет, не все. Вот сейчас. Ну чё, куча тут, мы поубивали всех. Сейчас. 35 это такая нормальная атака тоже. Давайте дальше, мы уже почти что 8 уровень. Now there will be a mighty ruin. Давай. Давай. Да ну чё вы такие? Отлично. Вы получили какой-то ключ. Казнить! Казнить! Бам! Да иди ты, кручащий. Вот то. Седьмой... почти 8 уровень. Фух. Ну чё, давайте сюда нам походу, да? Дальше. Чекпоинт. Так.
Rain poison down on these interlopers before they reach my door. О, кидается вот это. I want to watch. I'll give you something to watch. Так, давайте быстренько, быстренько отсюда. Ай. Ай. Так. Сейчас. Так, не проскочили, ну ладно. Так, и сейчас... Чё ты... Во. Сейчас нам... Нам... О, опять эти боссы. Казнь! Давай-ка ты иди сюда. Давай, давай. Силовой прием. Давай. Давай. И почти. Нет, все-таки мы его убили, но как бы. Так. Ну давай. Вот эти... Ай, вот эта хрень, что сзади спавнится и потом еще и урон наносит. Так, отлично. И сейчас нам куда? Бабло. Ху, восьмой уровень. Почти что, ребята, почти восьмой уровень. And I will poison the well with your rotten antibodies. О, босс. Oh, I'll come closer. I'm not shy. Босс. Ну что, давайте. Сражение с боссом. Босик, босик, карабосик. Quick, now's your chance to stop him from poisoning the well. Какой-то ядовитый босс 100% будет кидать яд или что-то такое. Ну 100%. Oh, just die! Какой-то зеленый такой. Охренеть, чё? Хрустальный источник. Я, конечно, всё понимаю, но я не понимаю, как это уничтожить. Хотя более-менее... это защитит нужно! Я думал, его уничтожить нужно. Get close and nail that guy. Я понял. Oh, great. I get stuck with a so-called hero. Why couldn't I get a demon? Я понял. Извиняюсь, я думал, его уничтожить нужно, поэтому почти что он и наполовину. Так, нет, ребята, выйдите нафиг. Я чё-то не понимаю, мне его защитить нужно ли уничтожить? Защитить. Нужно защитить. Все. Он почти что уже разрушен. Как я его нафиг защищу. Так, нужно следить за этими. Просто-напросто вот так бегать по кругу и смотреть. Чтобы они не подбирались вот там. Где они? Где они? Да ты ж... Ты ж... Зараза. Вот вы где, зараза. Вот вы где... Ай! Ух, сколько вас там? Так, вот там еще. Ну харета вы. Казнь. Давайте, ребята, давайте уже кончайтесь, а то мне уже как-то вот это защищать этот.
все? Right, I promised. Это баба или чё? Прикольно. Что комментирует там всегда? Я сначала думал его уничтожить. О, шип Анкарии второй уровень. Давай, давай, чё там у нас? Чё за пушка новая? Восьмой уровень, ни хрена себе. Так, давайте сначала посмотрим. Навыки. Сейчас. Лавка. Так, навыки. Гладиатор. Когда у персонажа мало здоровья, весь урон увеличивается на 100%. Умение срабатывать при 30% здоровья. Вот это... 30% здоровья, но то, что у нас почти что никогда нет 30% здоровья. Атаки поджигают врагов, нанося 50% от урона цепной атаки в секунду. Получаемый урон увеличивается на 10%. Ни хрена себе. Ну, давайте попробуем. А как ее выбрать? Давайте попробуем. Боевые умения. Удушающий газ. Это не нужно. Это нельзя. Ну там у нас какая-то пушка была. Вот, второй уровень. Оружие волшебным образом устремляется вперед и поражает врагов, при этом оставаясь в руках. Каждый третий удар сопровождается броском копья. Оно насквозь пробивает врагов и наносит им урон. Угу. А вот это что у нас? Вот это похищает здоровье и энергию. Вот это действительно крутое. Это выручает много раз. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Если вам нравится игра, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.